Публичный отчет как диалог власти, бизнеса и общественности. Подобные мероприятия в форме отчета директоров департаментов Запорожской облгосадминистрации в этом году стали обязательными. И, по словам чиновников, уже являются частью взаимовыгодного сотрудничества между представителями власти и громадой. Сегодня о результатах работы за полгода, успехах и неудачах отчитались представители Департамента экономического развития и торговли. Главная цель Департамента экономического развития и торговли облгосадминистрации – разработка стратегии развития области и мониторинг ее выполнения. Основным экономическим показателем является валовый региональный продукт, показатели которого, пока, говорят чиновники, далеки от желаемых. Я хочу подчеркнуть, что если по выпуску товаров и услуг наша область занимает 7-е место, то по валовому региональному продукту – 10-е место. Мы видим структуру валового регионального продукта Украины. Запорожье занимает 3,8%. Впрочем, экономика региона, как и всей страны, постепенно стабилизируется, говорят в Департаменте экономразвития и торговли. Растут показатели промпроизводства и в сельском хозяйстве. С начала этого года внешнеторговый оборот Запорожского региона составил немногим более 2 миллиардов гривен. Поступление в бюджет – около 4 миллиардов. По стабильности выплат зарплат регион на 6-м месте по Украине. В целом, отмечают в департаменте, развитие экономики области полностью зависит от положительного развития всех районов. По результатам первого квартала 2014-го лучшими районами признаны Запорожский, Михайловский и Приазовский, аутсайдерами – Розовский, Каменка-Днепровский и Бердянский. Впрочем, с такими выводами согласились не все. Не враховують ті доходи, які начисляється в зв'язку з прийняттям комунальної власності об'єктів. У нас в цьому році буде прийнято 3 школи в комунальну власність сільських рад. Ви уявляєте, яка це вартість, і ми в цьому році будемо мати прекрасні показники, більше, ніж будь-кого. Але на слідчий рік ми будемо самі останні, тому що цих шкіл у нас не буде. От я хотів би, щоб все-таки надати рейтингову оцінку над тими показниками, які зараз використовуються, попрацювали. Критика общественности коснулась и работы департамента в целом. Говорят, несмотря на прозрачность работы за последние 2 месяца, все же необходимо переходить от количественных к качественным показателям. Здесь говорилось, вот Элла Валерьевна рассказывала про то, что мы создали рабочую группу по проведению тендеров и так далее, но на сегодняшний день ни один из производителей не привлечен пока к тендерам, и те тендеры, которые были явно по завышенным ценам, отменены не были. То есть вот для нас это показатель. Или, например, в пассажирских перевозках, то есть проводятся конкурсы, я ничего не скажу, очень много изменилось, формат открытый, но я хочу сказать, что то, чего мы хотели кардинальных изменений в этой сфере, мы хотели обнародования коррупционных схем, которые существовали и которых мы все с вами знаем. Этого не произошло. Еще общественники советуют, для успешного развития региона необходимо усилить борьбу с коррупцией. Возможно, посредством создания института бизнес-омбудсмена. Уверены, такая инициатива найдет поддержку запорожских предпринимателей.